Час остался, они вайпаются на профи. Рыба. Давай быстрее, шевелись, шаман. То же самое делаю с зомби. Чек на пол. Только бурстаните без слизня, пожалуйста. Сейчас Слав, я мак распишу. Пей стол. Запускай босса, бьем фулл БД. Отличные новости, народ! Усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Сначала будет зеленый, так как он не доставал. Его не замедляют. Сейчас я по твоей раге посмотрю. Еще откуда? Бревна, ход идти. Сейчас лужи будут, сотку сразу жми. Свою. Пей лужу и сразу жми свою шею. Давай. Зеленого приготовились. Жми шеем, жми шеем. Пей лужу сейчас. На красного накаплю. Вот, на красного есть, все нормально. Всех замедляешь дальше. Блять, Зандалари, как дела у тебя? Рисую. Бьем красного сильно, милики красный. Готовили сейчас силен, просто отдаем в него слизня. Дальше не будет слизня. Давайте пусты.
Милики, к нам бежим. Не бегите на слизня, сука, Редрик, тупой дебил. Не бегай так, Герри, сдохнешь. Не надо бежать на слизня, на зеленого, когда он тебя откидывает. Все перевели. На вкус как вишенка. Ой, рост. Угу. Давайте рост. Идите накрой. Будем всем. Так, 90 зрел прида вроде так. Я сдам пойду квеста, да? Два покорителя первых паролов. Конечно, сдашь. Что за вопрос? Пошли. Накрой быстрее. Так, два БДК протопал, чтобы были на трэше сейчас. Чтобы не упал никто. Агрим без всяких контролей убиваем. Бьем метки сначала. Потом ловеши. Ну так тогда умерлы попроси плечи эти, потому что я ему передал. Давай, Бузёныш. Кто такая Бузёныш? Ферма. Это, слышишь, умерла ты из ВРК. Да не у тебя, ты мне несколько раз их кидал, я отменял трейд, алё. А, я не кинул тебе, что вот они лежат. Сейчас этот, из Андалари, я тебе дам их. Со своими элимами, блин. Давайте сильно трэш. Просто вобьем. Тимфаш, он здесь не играбель. Так. Забудьте про объект, ребята, вы слишком долго ходили, там что-то щелкали. Так, вот смотрите, этот, вот сейчас танки, значит, агрить и трэш, смотрите, я говорю, кого сливаем первым. Первым будем сливать... Жоп. Вроде так. Давайте, танки, тяните этого петуха. Вообще первым Рослова будем сливать, звездочку. Танки, тяните, вас трое, и пошли вниз. Вниз идем, пятимся. Рослого бьемся. Вниз это вон туда. Теперь кружок выбрали. Кружок выбрали.
Северус и Снейп посильнее Хильди, там доты бьют. Слава, подожди. Ты дохуя слышал или что? Или дохуя ты видишь, что я там кому-то пишу? Я один раз написал и все, написываешь. Конь, блядь. Тихо, а чё вы ругаетесь? Потому что бесит, дохуя знатоков таких, блядь. То, что написывал Коэнбой, ну что это такое? Типа я тебе там написывал, хуй знает сколько раз, типа, дай мне объект. Я тебе один раз написал и все. Ебало, вот именно завали нахуй, Коэн. Тихо, слышите, что один, что второй, прекратите это. В РК не надо ругаться. Я не знаю, что у вас из-за шмотки, с обычки, такая фигня? Да просто... Просто бесит, что пишет, что я написывал там, блядь, чуть ли не выпрашивал. Я один раз написал, ты сказал, да, да, нет, нет, все, в чем проблема? Кто ему мешал это сделать? Так, этот, ведите этих дураков. Только тех трех не ведите, все, убегайте назад, убегайте далеко вниз. Рослого бьем. После рослого кружок. Кружок выбрали внизу. После кружка квадрат. Умерла. Ну. Вот смотри, когда стоял групп лут, когда человек нажимает кубик, это значит ему нужен. Нажали кубик все, кому нужен был, получил коре, маг. Вот. Не знаю, как он на мага идет, он передал мне. Никто там не рыпался и не слышал, чтобы кто-то что-то говорил за этот объект. Что сейчас ты начинаешь? Я говорю, давайте отдадим у кого три, не хуже. У тебя Эли. Про Элима я вообще не знаю, мечтай, ну, Элимов редко берут. Хочешь поиграть Элима, иди на Изенгард. Или на X5 к мутанту. Там они дома. А вот это вот, ну, оскорблять кого-то там, ругаться, это не надо. Если ты тут на всем сервере играешь, тут шаманом ты обречен быть рестором. Я как бы еще посмотрел Тиренаса, который писал, в ПЭП тоже написал, я уже когда триню отдал. Посмотрел, у него тоже три неплохие. Ну, не знаю, Элим точно, ну, я не знаю, не должен участвовать в разроле, потому что ему проще в Гере будет забрать. Он в Геру пойдет, заберет, он вообще никому там не нужен. А вот Тиренас и Крюгер, которые будут ходить еще долго, и у них трини 200 уровня, вот им можно как бы. Не знаю, кто там еще был кандидат на эту триню или нет. Но как бы я не знаю. Я с объектом ходил и 18 кусков давал демонам. На сурке? Ну да. Кристобак, дайте мне. Ну, а ты... Так, рыба для четких пацанов. А ты в Элиме зашел такой и 18к дал, да, с этим объектом? Ну, чё мы теперь, дискриминировать людей будем или классы? Тиренас, ты в РК? На пульт.
Но по нет, не врывайтесь, наверное, сходу. Пусть БДК на агрит. Все думаю, тут. Естественно. Давайте начинаем. Глупые смертные. Разница в сотку крита где-то и 80 СПД. Высоко там 80 крита, 80 СПД. Наши силы едины. Дайте инту маги, у вас спред миллион. А, решили так. Сектор газа. Моя чаша прохладитесь болью. Темная сфера сделала меня, льется кровь. Видали, как надо отходить, блядь? И прольется кровь. Чтобы не отбегать, просто в вихрь встал и все. От Талдорама далеко сейчас. РДД далеко от Талдорама. Убирай с меня сферки. Метика падает рядом с боссом. Ух ты, осколок. Кольцо на мейн роде. А кисти дашь на уф? Угу. Спасибо. Наверное, друж что? Ну да. Квадрат. Сначала рослого. Рослого. Убрали АОЕ, рослого бьем. Квадрат теперь выбрали. Квадрат точечно. Точечно. Хилим танков силим. После квадрата треугольник. Треугольник выбрали. Треугольника квадрат. Танки вы по меткам таунтить будете, не? Вроде
люди живые. Квадрат, давай. Тиренос, все с концами или что там? Это объект, походу, надо было, и он офнулся, да? Тиренос. Пиделся. Писал что-то, нету? Не-а. БЦ, нахуй. А на них печать справедливости действует на этот трэш? Такое, только хуже сделаешь. Чем? Ну, их типа так станем массами, а так, как это будет стало, и они вообще не будут стало. С того с туалета разговариваешь? Не, спади-ка. Нет, это я ретриком хотел попробовать. Понял, я понял. Заходи на ШП. Сейчас подумаю сразу. Ставлю рыбу для членов гильдии Dark Stars. Ебать, ребята, кто о чем? Ты консмон. Ну то сделаем квест. Да. Надевает там кошмот, Северус Снейп, Седли танчит. Седли знаешь, когда подбежать. Подбежишь, когда словит дебаф. Словит колотая рана, рваная рана или как там, блядь. Так, звездочка делает квест, никто не бьет. Так. Ну заходи локом, ну блядь, ну это. Лицо. Заебу сейчас вас суббонить по 10 раз. О, ералаш. У тебя да. Есть? Шо? Блять, не знаю, без шипы нормально. Холик? Но. Ну есть, конечно. Давай, короче, в хила, ну его нахуй, это будет падать магия. Я могу попадать. Сейчас тоже захилю, блядь. Тоже. Короче, вся пятая пати в хилах, и я. Где твой лог? Быстрее там. Долго ты там будешь? Мы стоим же у босса уже. Так, значит, смотри, видишь, первая, вторая пати, это сплошные маги-локи, надо будет их сильно хотать прям. Давай, знаешь, Чендлер, короче. Короче, блядь, друиды. Восстановление, омоложение ПКД на первой и второй группе, чтобы они не упали. Дайте Инмер. Чего? Так. Так, сейчас сманется лоб. Значит, смотрите. Короче. Ты этот Black Zombie, сам в РК говори, я помолчу, похилю. Кого будешь кусать, говори, чтобы не было недоразумений, блядь, чтобы ты заслакал там. Значит, Северус Снейп в центр, звезда в центр.
все уже забафаны, все заебись. Никто не бежит, блядь, никто ДД никакой не бьет, блядь. Включил рекаунт. Дай бог, кто будет бить и не кинется на него. Это хуйня, будем падать. Значит, этот, Северус Снейп и Звезда, бегите. Остальные стоят, никто ничего не делает. Смотрим. Это было неразумное решение. Так, отходи, Сэдли, подходи. Все. Дальше все знаете, что делать, блядь. С центра освободите хила. Так, Сону напиши, чтобы не забыл тебя укусить. Как вам такое? Я пока не могу прочитать. Страдайте же! Это заклинание еще не готово. Так, короче, чтобы все захи... Килюется зря я сперва. Да вы наркоманы просто. Вечно эта хуйня будет лохилиться. Зато стопать не надо будет. Здорово всем. Но. Привет. У нас ни совы, ни ШП? Нет, сова есть. Где? Вообще нас нету, похоже. Дурачки слепые, что ли, или еще 4 человека, на. Там гим. Зато стопать не надо будет. Главное, что Таксон жив. Приятного аппетита. Сука, Таксон. Ну все. Бейте этого дурака. Блять, это ты квест так делаешь, да? Как дела у тебя? Так, в лужу зашли. На ком метка была? Кто в меликах стоял сейчас? Вар какой-то. Какой вар? Сейчас скажем. Давай залгала, типа. Да, акрофобия он запишет. Акрофобия. Но он же писал, что у него слайд-шоу. Тогда иди с рейда, блядь. Здесь, ну пусть бы он стоял где-нибудь. А, ну там далеко фугат к ним. Этот, Black Zombie, ты, кажется, в РК можешь говорить, не? Женя. Почему это, блядь? После такого. Не делаем никакие квесты, нахуй. Спекайтесь, ДД обратный, Раваш и я. Поэтому я и говорю, блядь, прежде чем идти делать квест, нужно знать, как делать квест. А не вот так вот идти, блядь. Мне Black Zombie в ВК написал, что у меня упал инет, не ждите. Ясно. Так, мне одно интересно, как вы позволяете подобное своим провайдерам?
хорошо, когда у тебя есть выбор, а вот у меня, например, моя деревня, только лишь один. Я свою душу еще 5 провайдеров проведу. Вот, а у меня только он один, это Ростелеком. Либо 3G, который вообще не работает. Странно. Я живу вроде бы не в городе миллионники, простой этот. Ну сколько простой? 250 тысяч населения. Ну, а у меня 40 тысяч, есть сравнение? Еще и в Сибири, которая нахрен никому не нужна. Это да. А ты где живешь? Я? Кузбасс. Мне так нравится, когда люди говорят про свои города, там небольшой, и он там 250 тысяч, 300 тысяч. Ага. Просто, у меня родной город, у меня там 20 тысяч населения. Это не город у тебя, это 20 деревня. 20 тысяч? Нет, это город просто, типа, это считается городом. Городской поселок, типа? Не, СМЖ. Нет, не поселок, короче, они сами себя утешают, город. Потому что, типа, они город, короче. Ну, а что это? В принципе, город, заводы есть, что еще надо. В поселках сейчас вообще ничего нет. У нас рядом поселки. Вот там реально поселки, поселки городского типа. По 5 тысяч населения, по 7. Ой, черт, я нечаянно в ДК спихнулась. Рыба в центре, просто рыба, без пояснений. Так, все, ты в танке до конца идешь, так, давайте, убав. Дайте шкаф, Локи. Вон акрофобия, зайдешь потом в лужу, первая лужа вылетит, зайдешь, умрешь, если не хочешь, вот. В смысле красный и белый? Просто стань возле стенки, куда лужу понесут, и где он будет стоять, туда лужу понесет, и он сдохнет. Отлично. Объект катушка падали? Да. Теренос, как дела у тебя? Заполнен? Ну, видимо, Black Zombie еще тут. Все, он здесь. Чек на пул. Нажимаем быстрее, да, и начинаем. Начинайте танки. Это было неразумное решение. Но вы сбегаться собираетесь или так и будете стоять? Да? Акрофобы. Надо подождать.
Надо подождать. Давайте, Герд. Он болит, когда хочешь. Давайте ролим. Шотка. Красиво. У кого там сотка? Какой ел раз? Или ДЦ кто это? Спасибо. Сейчас стоим. Рольте завоеватель. 3.20. Иди. Рольте защитник. Надеюсь, вы уже сагрили и бьете трэш. Не. Ну а чё тогда стоим в небо смотрим? Я жду, когда протопал сагрит. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Не умирайте. Хобби уйти. Бейте носительницу смерти. Она в таргете у БДК. Yeah.
верни. Сейчас милии к трэшу не подходят. Протопауэр Вася, я вытащу одного полководца, его милики будут бить. Хочу согреться хоть после смерти. Отличный захил. Собираю заново всех. Бля, Слава, нахуя ты старфов врубил? Я одна танчу. Нет, я себя понял. Окей. Бейте полководца, который на БДК. Там, чтобы... Седли не убирал, хилы за ним должны пробегать, либо ты должен спускать мобов, чтобы тебя захиливали. Они не пробежали за тобой, и ты сдох. Слава, я... Блин, мне надо отойти просто. Сейчас, короче, толкну большую чуку, отойду на минуту. Ага. Только забеги на платформу, как будет, чтобы там ты начала. Ну, к Вальке я имею в виду, когда двух убьем. Давайте, ресы быстрее. Мага первая пати ресайте, остальных ресуют. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Все, побежали. Быстрее отдаем. Умерла шаман. Пятая пати, залейте ей мана. Сколько просит уже. Дайте иннер, друидов, так я. Я, короче, прицепилась за кем-то. Я вернусь. Так. Тирена сверла шпилу. Тюменская холипал есть? Да. Да тут захилят, я не буду. Доспекайся. Так. Тут ставлю рыбку. Ладно, Терена спустя в ШП будет, ты вспекайся. Так, на рейде буду я. И... Чендлер, Хатау, остальные два Аршама, Прист и Холи Пау на портал. Архион тоже холик есть, да, спекайся? Я уже убил. Умерла нету. Да здесь рынок. Так, Мак вроде просил это идти. Чиньтесь, Дживс пока стоит. Два шамана, два хулипала, ХТ и Ералаш, порталы. Чендлер войд на рейде. Чек на пункт. Дайте маны-то. Дал.
Все, принимай, запускаем, начинаем. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Жирного лицом от рейда. Герой, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Что-то все с моей стороны вышли, у меня таунты кончились. У тебя ОП есть, этого достаточно. Ну, ОП это у меня тоже кончились. Дал на тюменскую звездочку, за звездой летайте. Тюменскую летайте. Летите. Диспельте болезнь БДК, пожалуйста. Надо подождать. Он подавить или справа есть? Можно убить его. Там вы найдете спасение, герой. Блять, Крюгер, что ты делаешь? Кто червей не бьет? Тупо черви, куча червей лежит. Ну, а точнее, он... бежит. Тут не дело не в том, кто их не бьет, а дело в том, кто их бьет, блядь, имея на себе тряпки. И, блядь, лох нахуй, так не делается. Ушел на 30 метров, дал ливень у них и все. Мага, бейте слева. Еще одного мага слева. Кстати, гимноман. Сирена с гимноман. Че, рост сейчас? Да, давайте. Дайте гимн, мам. Тирена с Невурканом. Там вы найдете спасение, герой. Что за хиливый? Подавление слева. Ну, не актуально. Так, на Синдре. Сколак! Сколак! Гузёныш, вы писали, что вы на кота ролите? Ну, Даксон котиком идёт, Гузёныш вроде тоже котик. Да? Да. Угу. Я кот. Оставаться на Валю, ой, на Валю, на вот Синдру, колики. Мне не надо. Нет. Так, вы в ШП. Блять, мага рейд какой-то. Я в ирдру буду. Так а ты только на трэше ДПС бей. Чеченец, а чё тебе не надо ничего уже навара? И акрофобия тоже не ролил.
Так, ну что, будет запускаться это дерьмо? Ставьте шкаф. Тюменская, ты где? Шляешься. Бегу. Бегу. Я переодевался. Тык, принимай. Должны прорваться к Синдрагосим! Скорей! Остановите их! Ма, давай обратно поменяем. Ну ты таких что ли? Где це будьоныш?
Чё, бьём сходу или будем всё-таки сажать? Будем сажать. На шишку. На кочерышку. На кукан. Все об одном, но разом. Тему убирайте. Вы чё, бля, извращенцы? Я про дачу подумал, сажать тыкву там. Огурцы. Кому ты пиздишь? Я из тех, кто не пиздит. Типа никому не нужна. Что? Рыба нужна.